Здравствуйте, уважаемые друзья! В этом фильме вязать мы не будем. Я хочу показать вам вот такие маркеры и совершенно фирменные вот такие, которые со временем перестают работать. Для того, чтобы восстановить на очень длительное время их, я использую один вот такой простой вариант. Отверстия я не делаю, как обычно, вот допустим, берут и опять просверливают или же прожигают для того, чтобы влить туда вот такую жидкость. Можно использовать технический спирт, можно использовать любой спиртосодержащий раствор. Берем обыкновенный колпачок, практически вот как у меня видно здесь, я восстанавливал уже неоднократно. И совсем немножечко, ровно 2, 3, 4, сколько, допустим, по объему нам необходимо восстанавливать фломастер спирта. И я беру наш фломастер и ставлю вот так вот в жидкость. Со временем он начинает впитывать, так как выполнен из специального материала, который впитывает у нас эту жидкость. Добавлять много не надо для того, чтобы он не квасился. Чтобы не тратить время, которое, допустим, вы цените. Я обычно беру 2-3 фломастера, которые вот такого цвета. Желательно, чтобы все были одного цвета, не перемешивать. Колпачок каждый для каждого отдельный. И как вы видите, он впитывает, потом переходит за счет капиллярности своей. Дальше, дальше, дальше и дальше. Практически я уже на протяжении 1,5-2 лет вот пользуюсь одним вот таким фломастером. Учитывая то, что мы рисуем не по бумаге, а подкрашиваем наши мушки, нас это устраивает. Для тех, кто занимается рисованием, конечно, это не годится, потому что основной материал израсходуется. А у нас они приходят в негодность из-за того, что мы не каждый день пользуемся нашими маркерами. Если вам будет полезна информация, спасибо за внимание. Пишите.